Снайперы Архангельской области продолжают завоевывать медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия и чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия. На этот раз соревновательный день в Краснодаре принес бронзу мастеру спорта Сергею Круглову на всероссийских соревнованиях в олимпийском упражнении «Малокалиберная винтовка. Стрельба из трех положений на дистанции 50 метров». Накануне Сергей также стал третьим в новом олимпийском упражнении «Пневматическая винтовка 10 метров» смешанной команды в паре с Дарьей Вдовиной.